Северо-Казахстанской области уже рассматривают 70 проектов, которые войдут во вторую пятилетку индустриализации. Их стоимость оценивается в 100 миллиардов тенге. Об этом сегодня сообщил аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов. По его словам, что Северный Казахстан готовится стать крупным торгово-логистическим центром, и сейчас ведется активная работа по привлечению отечественных и зарубежных инвесторов. В область приглашены представители крупных международных компаний для изучения потенциала региона. Это вклад. Мы рассчитываем на то, что получим большие заказы, которые оказывают влияние на индекс физического объема нашей области, сделают очень достаточно хороший вклад в валовый региональный продукт, значительные минерально-сырьевые запасы, обширный индустриальный потенциал и выгодное географическое положение создают благоприятный климат для вложения инвестиций.